в крещенские купания очень важно трезво оценивать свои силы. Каждый человек, у которого имеется заболевание головного мозга, сердечно-сосудистой системы, должен найти для себя другое занятие в эту волшебную ночь. И те, кто все-таки решатся на омовение, на купание, они должны подойти к этому очень серьезно. Ни в коем случае недопустимо принятие алкогольных напитков перед купанием. Если вы решите потом уже в теплой дружеской обстановке после купания что-то употребить, тоже меры разумного должны соблюдаться. Очень важно подойти ответственно к купанию. Купание должно осуществляться в местах, которые определены. Потому что если с вами случится какая-то беда, должен рядом находиться тот, кто поможет. Должно быть оборудование для того, чтобы вас можно было извлечь из воды. Очень важно сразу после завершения омовения выйти насухо, вытереться и лучше одеться в подготовленную теплую одежду. Потому что самое неприятное, что может произойти, это переохлаждение именно на сквозняке мокрого тела.